Здравствуйте, с вами я, Игорь, и сегодня мы поговорим об андулине, а точнее о 5 признаках настоящего андулина. Покупая андулин, обратите внимание на следующие моменты. Во-первых, лист андулина состоит из 10 волн, длиной 9,5 см и высотой 36 мм. Во-вторых, толщина листа всегда 3 мм. В-третьих, на срезе листы однородны, срез ровный, без заусенцев. Четвертый признак. На каждый лист нанесена компьютерная маркировка, включающая в себя слово «андулин», код страны производителя, дату производства и номер партии. Все товары «андулин» имеют фирменную маркировку и даже гвозди. Это 5-й признак настоящего андулина. Запомнив эти 5 признаков, вы без труда сможете проверить предлагаемый кровельный материал на принадлежность торговому знаку «Андулин», не дадите себя обмануть, а значит, приобретете для крыши своего дома качественный андулин. С вами был Игорь. До встречи! We'll be right back.